На севере Израиля едва на полях собрали урожай пшеницы, как сюда со всей страны съехалось несколько десятков мужчин, чтобы выяснить, кто из них лучший рыбак. Это самые необычные соревнования по рыбной ловле, которые вам когда-либо довелось видеть. Единственный возможный улов здесь, в чистом поле, вдали от водоемов, это кабан. Если вот на это вот грузило нацепить желудь. Но пока участникам соревнования ни одного зверя добыть так и не удалось. Инициатором проведения первых в Израиле соревнований по кастингу, заброса грузила на расстояние с помощью спиннинга, выступил самый популярный здесь интернет-форум для рыбаков. По словам его основателя Андрея Мазлина, жизнь заставила. Постоянно слышим в отчетах с полей: я бросил на 200 метров, бросил на 180 метров. Пришло время выяснить правду. После такого шутливого начала закипела уже вполне серьезная подготовительная работа. На поле установили разметку. Судьи тут же опробовали в деле лазерный дальномер. 136. Участвовать в соревновании приехали и пенсионеры, и разработчики компьютерных программ, и офицеры погранслужбы, и даже чемпион Европы по гребле. Что заставляет этих серьезных людей тратить время, на первый взгляд, на несерьезное занятие – любовь к спиннингу? Хобби была рыбалка. Неотъемлемая часть одесского мальчика, который вырос и уехал. Поддержать своих мужчин в рыбалке на суше приехали и жены с детьми, а некоторые представительницы слабого пола даже были готовы принять участие в кастинге сами, если бы здесь существовала женская команда. Ведь у той же Татьяны богатый опыт. 24 года замужем за рыболовом и несколько лично добытых крупных трофеев, о которых она рассказывает с нескрываемым удовольствием. Карпа 5 килограмм. Последняя удача. Да, а один ушел. Вот такой. Нет, вот такой. Чтобы закинуть грузило на дальнее расстояние, нужны две вещи – хорошее снаряжение и отточенная техника. Соревнования проходили в идеальных условиях. Не было ослепительного солнца и ветра. Однако, несмотря на это, вскоре стало ясно, что многие рыбацкие рассказы на форуме не больше, чем байки. До 200-метровой отметки ни один рыболов не докинул. Чемпионом стал рыболов, закинувший грузило на 160 метров. Это достижение теперь официально появится на сайте рыбаков. А все остальные остались довольны очередной встречей. Встречи с друзьями, хотя и ни одной рыбы сегодня поймано не было. Алексей Ивлев, Олег Чернецкий, Леонид Штаркер, Ближневосточное бюро НТВ, Афула, Израиль.